место ГОИ имени Вавилова Сергея Ивановича, выдающегося советского и русского ученого, руководство ООО «Швабы» предлагает переименовать его и обратиться и в Совет Безопасности Российской Федерации, и в правительство к Медведеву, дать поручение руководству Ростеха о сохранении ГОИ имени Вавилова под его историческим наименованием, экономической поддержки данного института в интересах развития высокотехнологичных гражданских и национальной безопасности. Попытки отдельных руководителей ООО «Швабы» переименовать Государственный оптический институт, носящий имя великого русского ученого, интересы каких-то лимисия, и мы, как депутаты, обращаемся к председателю правительства, члену Совета Безопасности, являющимся ведущим предприятием для национальной безопасности России. Хавли запрос в Министерство промышленности и торговли, получили ответ, где сказано, что окончательного решения о переименовании решения будет приниматься с учетом мнения трудового коллектива. Здесь нам с вами обязательно поддержать и принять такое обращение председателю. Антон Николаевич, ваш вопрос. Юрий Арминакович, массовая информация перед днем снятия блокады по немецким выгодам не связано было, что не надо торопиться с такими переименованиями? Нет, это... купец аптеку по продаже пенсне и очков. И вот руководство холдинга хочет таким образом увековечить его имя, забыв имя великого ученого Сергея Ивановича Вавилова. Я в ГОИ писал докторскую и кандидатскую диссертацию, знаю очень хорошо этот коллектив и производственные мощности и возможности этого коллектива. И сейчас, хотя это для того, чтобы